работаем. Мужики, можете задавать вопросы. Олег Николаевич, ну, поздравляем, первое и второе, вот по игре ожидали, что вот так оно сложится? Нет, просто сегодня прошло все спокойно, не было судейского беспредела, которые были перед этим два тура, да. Это с Лисками и в Россоши. Вот. Сегодня судья, в принципе, судил то, что есть на поле. Может быть, команда соперников недовольна таким судейством, но нас все устроило, потому что мы выиграли. И Баркалов сыграл, как вот... Баркалов как-то вы настраивали ребят? Баркалов свои игры чередует. У него игра не очень. Игра вот просто что плохо сыграл. Сегодня сыграл свою игру, в принципе. Я обострял и третий мяч мог забить. Ну, сегодня не только Баркалов, сегодня сыграла действительно вся команда. Я не устаю это повторять, потому что даже со всеми с теми подводными течениями, которые нас преследуют, с удалением Васильева, с удалением Аршинова, меня удалили в Россоши, ну просто такой судейский беспредел эти два тура был. Мы все равно единая команда сегодня были, и команда, которая достигла результата. Но мы не обольщаемся, 5 туров, соперник не дремлет, он только будет еще сильнее и сильнее нагнетать обстановку. Команда, которая идет на втором месте. Сейчас это авангард курс по потере мячика. Все, спасибо. Нам спасибо.